Природа не терпит пустоты. Даже в самых суровых условиях каждая отыщет место, пищу, любовь. Зимуем мы, крахали, в датских проливах и дворцовых прудах. Но уже в марте что-то необъяснимое влечет нас вдоль побережья Германии и Польши к Северной Балтике. Этот клочок земли, где растут только кусты и камни, остров Манилайт у побережья Эстонии. На нашем родном острове нет телефона, магазина, школы. Но мы, крахали, лебеди, гуси, утки, чайки и 60 человек, обходимся и так. Наша жизнь часто в опасности, и поэтому стараемся жить плечо к плечу мы, свыше 100 видов птиц и люди. А сейчас давайте познакомимся поближе. Это мы, Мергус Мерганзер, большие крахали. Пока моя супруга глотает салаку, я продемонстрирую вам свой черный фрак и белую рубашку. Чистота и опрятность – залог здоровья. Поэтому умываемся мы раз 100 в день. Живем мы рядом с людьми. Своих узнаем по походке, некоторых в лицо. Но когда на острове появляются чужие, уплываем на всякий случай в море. Ружейные выстрелы слышны на острове раз в году, осенью, когда городские охотники приезжают сюда поразвлечься. Тогда в тоске
сжимаются сердца островитян. Уже несут, несут, к нам, возвещают черните хохлатые. Не болтайте глупостей, отвечаю я, большой крахаль. Вам, толстушкам, эти домики не подходят. А у нас длинноносых крахалей. Французское воспитание. Вначале пусть переезжают в домики большие крахали, а мы во вторую очередь, в июне, в июле, успеем вывести потомство. Внимание, внимание! Начинается толока покладки яиц. А вас это не касается. Уклоняетесь от общественной работы. Все на толоку! Прощай, дорогая. Мне пора в открытое море на линьку. Прощай. До следующей весны. Знаю я твою линьку. Мы, как женщины на острове, со всеми работами сами справляемся. Раз уж вы, мужики, только море любите. Твое время вышло. Теперь моя очередь отложить яйцо. А меня ваши квартиры с удобствами не интересуют. Я частник. Мне нравится по старинке под камнем яйца прятать. Здесь их ни чайки, ни мчишки не найдут. Мы... Пеганки переехали на Манилайт недавно. На материке все меньше остается тихих уголков. Может, наши манеры за столом кому-то и не нравятся, но зато мы вегетарианцы.
Мы, пиганки, консервативны. И в семейной жизни у нас никак у крохолей. Вот мой муж всегда со мной. И за потомством будет ухаживать. Соседка-пиганка, если тебе нужно на обед, я посижу за тебя, погрею яйца. Внимание! Потрясающая новость. У пиганки отец высиживает яйца. Нельзя ли одолжить у вас немного пуха? Извините, задолжала за квартиру. Берите смело, свежие. Мне ведь все равно 30 штук не высидеть. Видите? Не обманула, свежие, не всплывают. Боже, какая страшная новость у соседей. Но как приятно об этом поговорить. Крохолиные яйца любят все. И чайки, и ястребы. Но из крапчатых яиц чаек тоже можно испечь вкусный торт. Так на острове Манилайт поддерживается равновесие. Делайте со мной что хотите, я с яиц не сойду, шепчет Турпан. А самка длинноносого крохоля думает, мое гнездо отлично спрятано под кустом. А я буду противно шипеть и могу ударить клювом, предупреждает самка большого крохоля. Так я сижу и грею. 5 недель. Если надо, можете принести куриные. Моя сестра на острове Кихну всю деревню цыплятами снабдила. Thank you.
Теперь, птенцы, слушайте внимательно. Вы уже подсохли, пора в жизнь. Я вылечу из гнезда, а вы прыгайте вслед за мной. Не бойтесь, вы еще такие легонькие, что не разобьетесь. Сюда-сюда, ко мне. Гнездо мы больше не вернемся. На земле у нас много врагов. Нам нужно к морю. Море нас прокормит и защитит. Thank you.